Модное предложение дня только сегодня – это плащ-тренч Хейли. Причем изысканный дизайнерский образ, стиль первой леди, конечно же, классика. Мы представляем его только один единственный день по лучшей цене – 2999 рублей. Я обожаю, как раз сейчас нахожусь в стадии покупки такого плаща и думаю, как же его выбрать, как его для себя подобрать, какой цвет. Наш любимый гуру моды, лучший, любимый, главный стилист рубрики «Мода» Микола Комендров, который представляет. Доброго утра! Я вам сегодня предлагаю главное предложение дня, именно самое лучшее изделие, которое можно представить для осени. Это актуальное изделие. Это классический траншейный тренч со всеми его классическими патами, застежками, погонами. Конечно же, поясным изделием и двухбортной конструкцией, что обеспечивает вам не только элегантность, но и практичность этой осенью, потому что дождливая погода будет защищена с помощью непромокаемого материала. А универсальная посадка даст возможность красавице с любыми пышными формами бедер, зоны груди или зоны живота выбрать для себя это предложение и стать очень красивой и, самое главное, стильной. Итак, мои хорошие, у нас с вами представлены три цвета на выбор. Давайте же выбирать прямо сейчас. Мне нравится вот этот вариант. Темно-серый цвет. Дальше. У нас есть с вами кофейный и синий. Мой синий абсолютно классический. Причем, Микола, ну вот сейчас телезрительницы видят. Скидка 58%. Им нравится, но как правильно выбрать размер от 50 до 60 размера? Как посадить именно на бедра, чтобы он застегнулся и не только в расстегнутом варианте носить? Это самое важное. Подскажи, смотрите, как по размеру. У нас с вами уже подсказка является двухбортная сторона. А это значит, что можно перестегивать пуговицы либо глубже, либо наоборот на первые. Тем самым можно увеличивать саму конструкцию объема. А если вы, например, находитесь в положении или в стадии похудели, поправились, то здесь можно будет регулировать. Да. Плюс у нас с вами тренч, в принципе, по классике можно и не застегивать полностью, просто запахнуться и завязать пояс на узел. Поэтому смело можете выбрать как свой размер собственный, так и взять на размер больше. Почему можно брать на размер больше? Вот. Потому что рукав реглан. А рукав реглан – это безопасно. Ну, а в принципе, поколение, которое застало 90-е или выросло в 70-х и 80-х, уж они знают, на то время тренчи носили на порядок больше себя по размеру. Я согласна, Микола, представляешь, вот у нас получается 2,5 недели назад за 5 минут презентации было распродано более 380 таких предложений плащей. Потому что сейчас самый сезон. Потому что когда ты понимаешь, что в пуховике еще жарко, но на улице уже прохладно, ты выбираешь. На 1000 рублей сегодня сделали снижение именно для вас. Итак, смотрите, то есть я сейчас вот, я расстегнула, как ты сказал, да? Я могу сейчас завязать, а пока я это делаю, я тебе скажу, у мамы, моей мамы, когда я была совсем еще юная, то есть у меня только тогда родилась сестра, у нее, знаешь, такие с плечами был, чуть длиннее, в светло-сером цвете. Я помню, когда же мне она потом перешивала, покупала пальто, то есть на самом деле классика, которая не выходит из моды никогда. Да, и любой стилист вам скажет, когда вы, например, собираете или ваша задача себе обновить гардероб, он скажет, надо выбрать для себя плащ. Причем плащ это является базовым изделием. Они бывают разные. Их иногда могут быть с росписью, со стразами, с камнями. То есть каждый креативный директор любого модного дома может их обыгрывать по-разному. Но есть классические бренды, такие как британский бренд у нас с вами Burberry, который ежегодно выпускает именно коллекции таких классических траншейных именно плащей для именно осени. Англичане достаточно часто носят плащи, потому что сырая, туманная погода. Россия очень похожа в этом плане с Англией, поэтому плащ будет актуален. Но не каждый плащ может на это ответить. Наш может ответить на реакцию на ветер и холод. Итак, то есть наш плащ сегодня, вот это да, с 1879 года. Да, то есть это довоенная конструкция, которая была предназначена для солдат, которые находились в траншеях, и для того, чтобы дождь не обмочил их обмундирование, надевались такие именно изделия. После военного времени, конечно же, плащи трансформировались и вышли уже в обычное мирное время. Вообще очень много Вторая мировая подарила именно моде каких-либо изделий.
Поэтому сегодня мы с вами можем заполучить вот такое вот именно изделие, в детали в котором все mm-hmm. функциональны. Чуть позже объясню, почему они здесь и зачем они нужны. Это верное решение. А нужно нам сейчас это для того, чтобы не платить 7200 рублей. Я, кстати, видела такой, но чуть-чуть длиннее, за 14 999. У нас цена менее 3000 рублей. Посмотрите, синий, темно-серый, кофейный. Выбирайте свой до 60 размера. Микол, ты мне подскажи, вот, который был у мамы, допустим, да, то есть мама чуть пониже меня, и ей та длина была хороша, но сейчас многие телезрительницы скажут, до колена, может быть, стоит наоборот купить длинный или уже короче, как понять, подойдет ли всем нашим телезрительницам такая длина? Здесь вот длина классическая, здесь вот как раз-таки длина не тронута, она такая, как и есть, 107 сантиметров, бренд Burberry выпускает именно с такой же длиной тренчи. А самым, конечно же, универсальным цветом является бежевый, который представлен на Ольге. Это прям классика всех жанров. Синий цвет – это второй по уровню. Его, кстати, именно этот оттенок плащ получил у всей полиции любой страны и мира. А в Польше такие конструкции у нас были тоже распространены. И в свое время именно Польша подала задачу сделать тренч в синем цвете. Оливковый оттенок такой, знаете, серо-зеленый, но по факту он больше напоминает хвойное растение, такой мхистый рисунок, да, который вы видите сейчас на нашей Анне. Он как раз-таки действительно прям чисто военного времени. Да. Ну и, конечно, каждая деталь, пояс можно завязывать, можно пропускать через кольцо. А, кстати, завязывание на небрежное, на узел, как вот вы сейчас видели, делала Лена, это ввела в моду Кейт Мосс. Она торопилась на подиум, а выходя в тренчи, ей только оставалось просто быстро его завязать. Ну смотри, как себя будет вести этот плащ, когда будет на улице дождь, да, или в принципе на улице будет очень холодно, не будет ли продувать нас? Да, смотрите, мы с вами сейчас намочили на Лене. Вы видите, что цветовая гамма плаща меняется с контактом с водой, но ничего не происходит у нас с вами внутри. Смотрите, свитер остается сухим. Вот это говорит о том, что данное предложение, видите, подкладка, все чисто. То есть при контакте с водой темно-синий цвет, бежевый или зеленый будет менять свой оттенок, но при этом не будет промокать. Это самое важное. Очень красиво, смотрится достойно, и вы этого заслужили. Главное успевать. 2999, три цвета до 60 размера.